Проект очень сложный, он масштабный, он охватывает несколько музеев города. Все реставраторы, которые здесь присутствуют, они на протяжении нескольких месяцев разрабатывали сами занятия. А искусствовед Екатерина Антонова редактировала их и плюс еще к этому разработала вводный курс. Мы поменяли, то есть у нас был сначала один вариант, потом мы его поменяли и пришли сейчас к такому варианту, что часть лекции – это текстовой материал, а впоследствии сейчас, в мае-июне, это будет практическое занятие, которое выполняет сам реставратор, при этом работает веб-камера и изображение выводится на большой экран, и посетители школы могут увидеть, как это делается руками, именно руками реставраторов, чтобы потом это повторить. Впоследствии это будут видеоролики снятые, которые войдут в эти занятия. И с завтрашнего дня начинают проходить занятия на трех площадках. Это музей-заповедник «Сталинградская битва», краеведческий музей и музей-заповедник «Старая Советская».